Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня обзорчик утренней акции, что есть на рынках. И сегодня на английском сервере я уже с утра проснулся, посмотрел, есть новая акция. Дерево. Потряси на дерево. Струси на дерево. Но акции, ну точнее плюшки, к сожалению, совсем другие, нежели на Тайване. Так, сейчас я чекну, что интересного есть. Ну, божество, смотрите. Вообще, 10 баксов, четвертая часть. Новое накопление. Ну, такое, в общем. Ничего сверхъестественного нету. Манс, паки, колопак, топин спри. Еще не обновили. Орпы. Все как обычно. В общем, поехали сюда. Так, тут у нас тоже ничего не меняли. Так, все и оставили. Островок. Вот. Опять же, смотрите, открыли фонтан. То есть, возможность... у кого есть, конечно, монетки, но мы уже собрали около 30 осколков. И каждый день, считайте, там 8-10 вы можете собирать. То есть, там от 20 до 30 осколков без проблем можно собрать то богатого монетки. В общем, вот такое вот дерево, но плюхи, к сожалению, совсем другие. Нету, как видите, пыльцы. Добавили некоторые скины, которые по сути нафиг надо. Карта. Кстати, карта, у меня ее не было. Можно забрать. Сейчас почитаем условия. Давайте сейчас попробуем. Я на Тайване не играл, не бегал. Ну, есть суперсила. Ну, видите, с первого, то есть два варианта. Либо снеки. У меня сундуков и так хватает. Он. Камешки. Давайте сумки возьмем. Сменка, коробочки. В любом случае, конечно, тема классная. Но количество самого, сколько сюда надо, это, конечно, тоже немножко бредовая. Третья карта. Ну, карт хватает. Возьмем вот так вот. Подтвердили. Давайте сразу же попробуем. Видите, полностью сменку бесплатно сделала. Убрала. Так, еще разок. Ну вот, первые 600. Камешки. Ну, если я сделаю сменку, оно опять должно вернуть. Да, вернет те же самые награды. То есть... награды, по сути, херня по сравнению, потому что если бы было здесь пульса, это был бы вообще топчик для многих без донатов. Но это, к сожалению, убрали. То есть халявы такой, как на Тайване, не будет. 800 плюс 100, теперь плюс 300, нифига себе. Шаг в 300 самов. Камешки. За 3000 забирать 2200 этих, ну просто бессмысленно. Можно вариант... а, так не дают делать, видите. Было бы круто, если бы можно было одну награду выбрал себе и побежал. Ну, вот фон уже не нужен.
скажем так, на Тайване плюхи в разы круче были. Ну, по крайней мере, пыльца, которой здесь нету. За пыль можно было бы дофига еще других плюх получить. Такое. Итого мы потратили уже там, не знаю, 1020 с хреном. В итоге получили вот такие вот плюхи. Ну, не знаю, для без доната стоит ли оно того, потому что на некоторых серваках за эти 20 с хреном к, например, на Айсе вы получите намного круче плюшки. Надо будет, кстати, глянуть, что там на Айсе у нас творится. Вы получите намного в разы больше плюх, там сундуки и прочее, нежели вот это. Да, это плюхи классные, надо, кстати, пойти судьбу еще докачать. Так, вчера все не докачал. Плюшки классные, но все равно не то, что было на Айсе. То есть на русском сервере, если это и будет, то вы сами представляете, что туда впихнут. Так, поехали дальше, поехали. Чекаем немочку. Может, там что-то обновилось у нас. Так, Атлантик. Моя любимая акция. Можно будет попробовать словить в следующем. Ну, за следующие там плюхи. Так, пакет получили. За следующие плюхи попробовать словить. Зефира, но это не точно. Так, больше здесь ничего такого нового нету. О, пиратик я показывал. Пират здесь бомбический. Так, островок, пакеты. Бардика вытащили. При том, что на острове столько итемов, как видите, здесь тащится очень легко все. Так, у нас сегодня еще и пятница. Сегодня надо побегать по запредельям. Поехали на русский сервер. Глянем, что там у нас на ру. Есть или нет? Ну, по крайней мере, на английском немножко плюшки изменили. Если на английском изменили, то на русском, я думаю, тоже халява не стоит ждать. Так, парящий. Авиара, да. На русском то же самое, нифига нету. Такс. Утренняя угадайка. Так. Какой халявы не вижу. Ну, в любом случае, плюхи как бы классные, но учитывая то, что было на Тайване, было пыльца, а пыльца реально это бомба.
С пальца можно дофига всего было достать, недостающие осколки, дособирать героев. На английском нету, мне интересно, что будет. Будет, ну, оно по-любому когда-то появится и на русском, возможно, но... Какие плюхи мы оттуда получим, вот это вот вопрос. Так, Тайваня у нас тоже, по сути, нету. Ничего интересного. Давайте еще, кстати, я давненько не забегал на Португалию. Пока комменты открою. Стряхни на дерево. Так, что тут у него? Лисица еще не появилась. Ребята некоторые скидывали, подоставали отсюда с пирата. Лисицу. Поэтому лис здесь падает. Не знаю, сколько он там стоит. Ну, сейчас, по сути, все герои. Но здесь была возможность получить без доната и лисицу, и барда с пирата. Поэтому я считаю, это реально топчик. Такс. Такс, 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 такс. Дисплей кепча. Поехали на английский сервак. Тесса, вот так вот. Тессочка сегодня нам упала с утра. Видите, что делается. Так, смотрим. Тессы ни у кого нету. Так, это кто у нас там? Палач и Слизняк, да? Два палача и студень рядом. Синяя слизь, панда, палач тоже рядом. Панда, синяя слизь, палач. Синяя слизь, циклоп, панда. Палач, синяя слизь, оборотень. Синяя слизь, палач. Ну, очень много. Триант. Палач, синяя слизь, королева, змей. Циклоп. Короче, все знают, что палач падает очень даже ничего. Инженер синяя слизнь. Не с одной точки, а там больше плюхи дороже. Да, я знаю это. Синяя слизнь, палач, оборотень. С помощью какой проги? Этот. Как его там? LD Player. Ну, в общем, пока ничего нету. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.